приднестровская делегация приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных вступлению в должность избранного президента Республики Южная Осетия Леонида Тибилова. Возглавила делегацию заместитель председателя правительства ПМР по социальной политике Наталья Никифорова. После инаугурации она поздравила Леонида Тибилова со вступлением в должность и вручила приветственный адрес президента ПМР. В тексте поздравления Евгения Шевчука говорится, что в Приднестровье с особым вниманием следят за внутриполитическим развитием братской Южной Осетии. Путь развития институтов демократии и строительства правового государства – это сложный и ответственный процесс, требующий от каждого гражданина ясного понимания единства целей и общности идеалов. Ну а сегодня представители приднестровской делегации приняли участие в церемонии возложения цветов к памятному месту у школы номер 5 в Цхинвале. Сегодня же члены делегации встретились с президентом республики Леонидом Тибиловым, министром иностранных дел Муратом Джиоевым, главой официального представительства Приднестровья в Кавказской республике, а также членами Юго-Осетинского правительства и парламента. В ходе проведенных встреч обсуждались перспективы сотрудничества между республиками.